На повестке сессии Совета депутатов Рузаевского района 5 вопросов. Первый – выборы нового руководителя района. Александр Сайгачев покинул этот пост по собственному желанию чуть меньше месяца назад. На эту должность претендовали 4 кандидата. Все они прошли отбор и были допущены к голосованию, которое начали с Александра Юткина, поскольку его заявление было зарегистрировано первым. Кандидатуру Александра Юткина депутаты поддержали единогласно. Кто за? Прошу опустить. С 6 декабря 2021 года Александр Юткин занимал должность первого заместителя главы Рузаевского района. До этого более 15 лет посвятил работе в администрации Саранска. Последние 10 лет занимал должность главы администрации Ленинского района городского округа Саранск. Выступая перед депутатами, Александр Юткин отметил, за последние годы Рузаевский район взял хороший темп развития. Эта тенденция будет продолжена. Мне понятны те проблемы, те вопросы, которые перед нами ставят жители района, глава республики. Я за это короткое время увидел тех людей, с кем мы будем это делать. Это депутаты Государственного собрания, актив, депутаты района, главы сельских поселений. Это на самом деле люди, которые знают свой район, которые ратуют за свой район. И вот на этом будем опираться. По словам Артема Сдунова, Рузаевский район за последний период заметно продвинулся вперед. Было много федеральных гостей высокого уровня. Но работы предстоит много. Нужно привлекать инвесторов, развивать сферу бизнеса, увеличивать бюджетные поступления. Отдельного внимания требует коммунальная сфера. В частности, требует решения проблемы, связанные с водоканалом. Это, наверное, самый серьезный вопрос, Александр Борисович, с которым вам придется вместе разбираться. Вы не один будете, но разбираться нужно. Запутанная история, страдают люди, поэтому в самый кратчайший период. Кроме того, я предлагаю не снижать темп участия района во всех федеральных, республиканских программах. Это, прежде всего, дорожное строительство, поддержка бизнеса. У нас особый статус, ТОСР. Александра Юткина на должность главы Рузаевского района избрали на 5 лет. К своим обязанностям он приступит с 31 декабря. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости.